Как же мне все надоело. Мать моя женщина, они у меня забрали компьютер, они у меня забрали, можно сказать, мою психику. У меня уже психика поломана, да? Ядрём батон, пицца вот эта вот, которая уже неделя, наверное, сдохла уже давным-давно. Мне уже все, сказать честно, надоело. У меня уже на жопе, наверное, следы от этого ремня. И я решаю сбежать уже навсегда. Да, я теперь собираюсь сбежать навсегда. И чтобы мне как-то сбежать незаметно, я решил выбрать именно ночь. Но батя, как всегда, не спит, ему важнее футбик. Так что мне будет тоже как-то так... Ой, кричать же нельзя. Если, ребят, вы думаете, что маман тоже не спит? Нет, она спит. Я хотел вот это сказать. Стол видно. Надеюсь, масса не горит. Какая масса? Женщина! Опять дверь забыли закрыть. Мать моя женщина. Они дверь каждый раз забывают закрыть. Мать моя женщина. Что за батя и мама? Они что вообще? Двери забывают закрывать. Окей. Окей. Так, ладно. Так, маман что там храпит. Окей, пусть храпит там. Я хочу сбежать сегодня к рыбаку. Да. Зачем мне к нему бежать? А потому что пожить у него. Не знаю, что вроде добрый мужик, говорят, нормальный такой. Опачки. Очень хорошо. Так, дверь. Галя так храпит, что на всю квартиру слышно. У нас не квартира, а дом. Кругом. Так, здесь сопли. Заберем на квартиру. Так, не, я лучше не буду выходить на улицу, все. На улице темно. Слушай, закрой дверь. Да ну нафиг. Всякие вот маньяки ходят. Да, вы скажете, а чё рыбак, ну рыбак к рыбаку ночью ходить? Мама, ли он тоже маньяк? Да какой он так, ребят? Он нормальный мужик. Вот я его знаю, вот сколько лет уже. Вот я его знаю, он нормальный мужик. Потому что маман спит. После, слава богу, она просто голову повернула. Это она просто повернула голову. Хорошо. Это она спит. Вы же тоже, ребят, когда спите, поворачивайте голову. Мама, ты как храпишь? Хорошо, спасибо. Пидрём батон. Мама, мне кажется, ты чуть-чуть неправильно спишь. Так, здесь у нас. Это проверь, спит ли этот балбес. Батя, нет! Нет! Батёчек, я тут был! Ты о чем? Батёчек, я тут был! Ты о чем? Батя, Ты что, не спишь? Батя, стой! Больно! Ай, больно не надо! За что? За что? Больно! Ай, боль, за что? Батя, ты меня так раздражаешь, я тебе просто вот, я тебе не знаю, что я с тобой сделаю. Что ты в этот раз... Бери все круг. Руками, что ли? Ладно, окей, сейчас уберу. Так, нормально, да? Крошки от пиццы. Я... Тихо. Иди спать быстро. Да, понял. Крошки, стой, стой! Стой, на! Крошки свои забери, они мне жопу не уперлись, понял? Да, не бей ты меня! Не бей меня, понял? Офигел? Батя, я же сегодня уйду. Мать моя женщина! Это так было рискованно. Так, она открыта здесь, отлично. Мать моя женщина, как тут темно. Это свинка, господи. Так, опять видно, тут надо будет копать. Ребята, что я на монтаже увеличу яркость? Так.
Сим без компа, замечу. Ага. Так, с опачки. У собаки, ну, у нашего дружка. Тихо. Хорошо. Тут. А, ой, это Бобик был, господи, я думал, это дружок. Почти хорошо. Ты пробежал мимо. Так, батёчек. Так, это дружок тут свои дела. Батёчек. А, опа, да. Хитрый батон, чё везде у... Что в этой серии у меня вопрос происходит? То свинья какая-то, то... Откуда ты Бобика здесь? Я не понимаю. Ладно, окей, так, мы тут вроде бы все, да, смотрели, тут ничего нет, да? Окей, мы сейчас, короче, у этого, нашего Бобика. Я думал, это дружок, а это Бобик, оказывается. Секунды, то ли захотел. Окей, может, это у меня всего лишь галлюцинация, окей. Нафиг, иди нафиг. Может ломать грубую землю? Окей, ну я так и думал, что тут ломать что-то надо будет. Может сломать. Капец, все быстро нахожу, да. Как-то бачочек тут все плохо прячет. Ну ладно. Так, окей. У нас там еще... Господи, у нас там еще есть грубая земля. Так что я уверен, что-то еще вот это вот там есть. Ну, может быть, да? Так, опа. Ой, что-то придавило. Надо пойти отлить. Да, бачочек, как всегда, за свое. Как всегда, ничего нет. Так, маман там храпит. Видите, она настолько храпит, что я даже на улице ее слышу. Окей. Но я даже сейчас не заберусь туда, потому что... Ну, сами понимаете. Еще сломано. О, да, да. Точно, о май гад. Мама там солнце, маме там солнце снится. Окей, бывает. Так. Батёчек, дай время. Он пока там что-то, он там может еще руки будет снять, так что быстро все смотрим. Тут что вы снять? Повезло, ладно, пойду найдем. Господи, слава богу, спасибо! Так. Давай, проходи, батёчек. Сейчас куда-то я испугался. Окей. Так, а вопрос, что мне делать дальше? Где я еще как что-то не рассматривал? Может, что-то пропустил? Ну, просто я не понимаю. Так, я что-то смотрю. Точно нет. Так, ну, каменный меч. Можно сломать паутину. Что, где, как? То... Все, я, в принципе, все... А, нет, еще ничего смотрел. А, ну да, мне нужен сейф. Ну, как я его открою, я без понятия. Слушай, а может, где-то еще есть камень? Почему? Давайте, на улице что-то мне кажется... На улице что-то еще, мне кажется, нет? Фу, есть! Опа, вот. Вот и не сломал, например. Уйди ты нафиг, а? Кстати, помните, вот здесь что-то было? Я думал, здесь что-то будет спрятано, а нифига. Угу. Круто. Хорошо. Здесь тоже что-то. Тут тоже что-то вот. И чё? Да вы чё, угораете, что ли? Иди ты нафиг вообще. Кто побежал мимо окна? Не, батёчек, ты путаешь. Никто здесь не пробежал, батёчек. О чем ты говоришь? Батёчек, ты с ума сошел или чё? Когда сын, господи, моя женщина, мама, ты тут во сне разговаривает. Может, ее затроллит? Подожди. А, я подумал, там что-то есть. Ладно. Окей, там ничего нету. Да. Батя. Батёчек. Короче, и не сварят это отвлекать батю.
Так, где я еще не был? То есть туда я никак не могу пробраться. Я не понимаю, что там. Так, еще раз. Так, давайте вот раз тут спрячемся. Как бы маман все равно нету. Но я по логике все, да, смотрел. Я вроде бы ничего не пропустил. Да, ведь? Смотрим. Кто там звонит? Да, это, не знаю, рыбак. Рыбак, может быть. Может, он пьяный, он же это любит? Это... Какой же я гений, какой же я гений, отвечаю. Родненько. Нет, стой, батячек, нет, стой, стой, стой. Я не успею. Нафиг. Так, последняя палка осталась. Где может быть последняя палка? Где может быть последняя палка? Предположение есть, правильно? Нету. Ну, надо подумать логически. Где может... Вот, батючек, что я туда могу делать? Так, так, так. Где еще можно посмотреть? Еще можно посмотреть... Так, еще раз тут посмотрим что-нибудь. Тут, как всегда, ничего нету. Хрена ничего нет. Короче, погнали куда? А может тут что-то вот здесь? Ничего. Не, ну мало ли, печки может что-то... Что здесь вообще делает свинья? Вопрос. Я не знаю. Такс, может что-то здесь... Может мне этот... Бобик, подскажешь, где что-нибудь тут находится, а? Бобик. Не, Бобик мне еще подсказать не хочет. Я не понимаю, а где все? Где все предметы? Где что, где как? Я просто не вдупляю немножко. Немножко не вдупляю. Хоп. Так, я снова решил написать. Ну, в смысле, звонок позвонить. Какая красивая лапочка. Батёчек, тебе как бы там это, дверь звонит? А кто там пишет? Батючек, ну ты точно пьяный, я думаю, тебе как бы никто там не писал, я как бы это, ну ладно. Окей. Я еще раз по-бырому осмотрю тут все. Потому что такое чувство, будто я что-то пропустил. Так, может тут что-нибудь есть? Круто, ничего. Тут точно ничего нет. Я тут все осмотрел. Так. Пойду в туалет, а то... Мать моя женщина! Круто. Я не понимаю, может мне еще раз на кухне осмотреть? Может что-то... Может я что-то там в каких-то шкафчиках что-то не осмотрел? Я не понимаю. Короче, он пишет. Да, батюшка, какие-то дальше идут успехи. Может, я реально где-то что-то не посмотрел, может, я что-то не увидел, может, я открываю и быстро закрываю. Не понял. Вопрос, откуда здесь верстак? Откуда он? Не понял. Прикола не понял. Чё за дичь? Я не могу понять, свинка, ты чё? Где она вообще? Куда она исчезла? Вон, она все время тут шляется. Она, может, что-то ищет, может, что-то... Не понял. Палка! Так её тут... Это свинка притащила? Ладно, может, свинка играла с этим и, может, потеряла. Может, она еще ищет, но я уже скажу большую. Окей, забираем сейчас на чердак. У меня уже есть меч, чтобы сломать эту паутину гребаную. Туалет захотелось, пойду скажу. Да. Иди, маман. Так, опа. Ага, батючек, всегда ничего не восстановил. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, как всегда, здесь мой любимый предмет. Можешь сломать бочки и ловый дос. Доски?
Так, ну, во-первых, я сломаю вот это. Извини. Так, окей. По проводам я не буду лезть. Потому что я еще раз током ударюсь, тем более я даже не готов. Так, опа. Господи. А, свинка подошла и наверное, искала ее тут, но прости. Так, где находится... Так, что там написано? Можешь сломать бочки и еловые доски? Вопрос, какие? Что-то мне кажется, что-то я на чердаке пропустил, нет? Какие-то доски, А где доски и вот где? Да, сегодня, конечно, серия пипец, наверное, долгая будет. Так. Окей. А где? А чё? А где вообще? Так. Где может быть вот эта вот дичь, а? Где? Так, бочочек идет меня проверять. Батюшек сказал, что идет меня проверять. Так, а можно вопрос, зачем я лампочку нашел, если она мне даже не пригодится? То есть... А, я спать должен? А я заснуть не могу, мне это... Спит. Да. Хорошо. Нет, тихо. Тихо. Батячек, я сплю. Ты чё, офигел? Ай, воля, ай, батячек, ай! За что? Батя, это галлюцинации, ты гонишь? Офигел. Чё я тебе должен сделать? Чё на этот раз? Вот этот стол. Ты сейчас предлагаешь мне его перенести туда? Батёчек, ты сум... Ладно. Я уже понял. Я уже как бы, батёчек, всё понял. Чё ты хочешь от меня на кухню? Да я уже это понял, батёчек, господи. Почему вот батя такой ленивый и сам это не сделал? Где эта рамка? Вот сюда вот. Всё, батёчек, я всё сделал. Вот, всё, я свободен. Да? Ну вот и слава богу. Всё. Так, батёчек, пойду-ка я опять к маман, что ли? Так, батёчек, здравствуйте. Так, может, что-то тут есть, а? Кстати, а это разве тут было? Да, это здесь было, хорошо, спасибо. Я думал, тут этого не было. Так, маман, здорово. Так, я тут поломаю тебя. Вот. Ой, батя, иди ты нафиг, а? Батя, иди ты нафиг. Хорошо, что я компьютер мне у кого забрала, да? Мама, я сейчас... Ладно, не буду. Меня просто затроллили. Меня... Кстати... Просто сюда! Надо будет потом... Просто сюда, вы понимаете? Просто вы понимаете, насколько я гений вообще искусства? Мать моя женщина. Так, пароль. 2009. Так, все. Ключ от кладовки. Просто сюда! Господи, наконец-то какой-то прогресс пошел. Как мне это все надоело уже. А, так. Окей, оп. Палка? Ладно, окей. А если тут сломать? Опа. Не, подожди, может тут что-то еще есть? Не знаю, зачем я сюда, конечно, спускаюсь. Думаю. Батя, нет, батя, у меня нет, батя. Батя. Нет. Батя, убью! Просто зайдешь,
железным топором тебе по хлебалу прилетит. Ой, как батя тебе повезло. Зашел бы он, все, я бы его, я не знаю, это ему просто была бы месть. Я бы ему просто бы его прибил, понимаете? Окей. Окей, где мы еще не были? Где мы еще не были? Ладно, окей. Так, что мне делать? Знаете, вот что я подумал? Вот у меня же есть лопата. У меня есть лопата. Тут стоит земля. Почему я не имею права просто это сломать? Я вот здесь так по... Ладно, я, видно, это не застроил. Я вот тут так подумал, почему я не имею права здесь сломать землю? Блин, почему батя не спит? Что? Блин, почему батя не спит? Может, есть снотворное, надо будет подкинуть кровать. Подвинуть кровать в спальню. Потому что маму надо ее отвлечь. Точно, надо толкнуть ее, и она пойдет проверять. Вот это я понимаю. Так, окей. Окей, короче, мы сейчас будем отвлекать маман. Окей. Здорово, батячок. Все, ударили, только я, наверное, переборщил с мечом. Ну хотя так и не надо, ремнем мне все время бьет, компьютер еще и забрала. Вообще, даже в КС-ку не поиграть. Сегодня, видно, будет самая долгая серия Скулбоя. Я не знаю, что это шок-контент. Давай быстрее, маман, я уже хочу к рыбаку к этому смотреть. Я не знаю, мне кажется, рыбак будет добрее. Я всегда его знал, он так добряком таким был. Кто меня стукнул? Я не знаю, это батя, наверное, пьяный. То есть рыбак, он всегда продал рыбку нам, даже когда мы гуляли с друганами, когда еще была прекрасная жизнь, то... Галя, не кричи. Не-не-не, только не меня, меня не надо, понимаете? Что это? Окей, так, снотворно. Хорошо. Мать моя женщина, я испугался ее ногу свою. Она ползает. О, господи. Мама, видно, набухалась и прилегла. Что это такое? Окей, маман, давай быстрее там два иди к себе в спальню. Я отвлеку батька. Я его усыплю. А потом я сейчас сказать не знаю, что дальше. Потом единственный вариант мне просто перепрыгнуть через забор. Батя придавила, господи, как же хорошо. Галя, господи. Мама так передвигается. Мерзко! Окей. Так, батячек, только что мне тут посыпать тебе? Стоп. Так, все. Все. Все, мне капец. Все, я не знаю. Все, короче, все. Мне надоело. Он... Почему дверь кладовую открыта? Все, батячек, давай. Давай на меня. Че ты, батячек? Че ты? Господи. Быстрее на чердак. Быстрее на чердак. Быстрее на чердак. Быстро, 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 быстро. Хоп. Хоп, закрываем. Генка, не мешай спать. Так, 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 что, 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 что делать? Так, 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 мне все надоело. Мне все надоело. Окей. Все. Я еще не знаю, что как-либо, но мне конкретно... Сын не спит. Мне конкретно все надоело. Так, как мне тут еще так спрыгнуть? Ё-моё. Батёчек, все, я больше... Стоп, че? Мама наша проснулась. Просто валим. Просто убегаем. Рыбак!
Рыбак, ты всегда был добряком. Рыбак, я знал тебя всю жизнь. Я хочу, чтобы ты меня усыновил. Ты всегда добрый, ты всегда вот нам рыбки давал, я приносил домой. Мы кушали, так что батя... Опа, батя... Эй! Здорово! Эй! Чё у тебя сма... Ты чё делаешь? Ты чё делаешь? Я плавать не умею! Ты чё... Рыбак! Ты чё, больной, что ли? Ты же таким добряком был, ты чё делаешь? Ты чё, дебил, что ли? Помогите! Помогите мне, пожалуйста! Ты дебил, что ли, я плаваю?